Позвольте представить Apple Vision Pro. Новую ступень человеческой эволюции, доступную вам. Крутяк. С новым Apple Vision Pro все ваши любимые приложения будут собраны в одном месте, и вам больше не нужно будет выходить из дома. Оу. Но главное в Apple Vision Pro, что вы не изолированы от других людей. Вы видите их, а они видят вас. Приветик. Здорово! Оу, а подкинешь мне адрес Джека? Конечно! О, спасибо! Мы в Apple крайне серьезно относимся к вашим личным данным. Есть захотелось. Здравствуйте, я хотел бы заказать пиццу. Конечно, скажите ваш адрес. 91-е шоссе. Тихо. Нельзя. Не говори им. Я пожрать хотел заказать. Ничего им не рассказывай. Да какого хрена? Нельзя. Звук устройства передается только в ваши уши. В шумных местах или в поездке вы сможете погрузиться совершенно в другой мир. Так как ваше лицо закрыто, мы разработали сложную систему машинного обучения для реалистичного отражения вас в видеозвонках. А и где он? Он должен был подключиться через свой новый Apple Vision Pro. О, вот и он. Здорово, ребят! Что-то не так? Чувак. Отлично выглядишь. Отлично. Мне тоже нравится эта новая штуковина. Мы в Apple хотели бы отслеживать ваши действия и покупки через Apple Vision Pro. И так как это покупки онлайн, мы тоже хотим долю. А чтобы аккумулятор держал весь день, вам понадобится Apple Vision Pro увеличенная батарея Pro. А лучшим дополнением к Apple Vision Pro увеличенная батарея Pro будет Apple Vision Pro увеличенная батарея Pro iTележка. Мы добились улучшенного качества картинки благодаря уменьшению до 64 пикселей на один iPhone пиксель. Как нам это удалось? Это было довольно просто. Мы взяли ручки поменьше, чтобы они делали меньше пикселей. Мы никогда не забываем наследие Стива Джобса. Пользуясь Apple Vision Pro, вы скоро и сами заметите, как мы вложили сердце и душу Стива Джобса в этот продукт. Ведь мы буквально вкладываем частичку души Стива Джобса в каждый продукт. Поэтому время от времени, возможно, вы рядом с собой будете видеть его дух. Также время от времени вы будете видеть его воспоминания. Папа, смотри, какую картинку я нарисовала. Не сейчас, милая. Папа думает, как засунуть новый альбом YouTube в каждый iPhone. Не мешай! Чё? Это было странно. Не волнуйтесь, душа Стива Джобса не нанесет вам вреда в дневное время. А чёрт, сколько ещё времени-то? Стой! Apple Vision Pro. Ты знаешь, что они не стоят своих денег, но все равно их купишь. Отдельная громадная благодарность за выход этой серии сможет нашим подписчикам с Boosty. Их имена вы видите сейчас на экране. Если захотите тоже поддержать выход озвучек, то можете сделать это по ссылке в описании. Заранее спасибо. А перевели озвучили Антон Бидим Альтера.